Здорово, родной, сегодня на проекте МТА Провинция на четвертом сервере. Если ты еще не играешь на проекте МТА Провинция, то все ссылочки я оставлю в описании и закрепленном комментарии. А также вводи мой промокод Кашалот и получай скидочку на первую квартиру, либо автомобиль по достижению третьего уровня. Ну а теперь к сути ролика. Встречайте Ferrari 488 GTB в обвесе Liberty Walk. Что, конечно, хочется по нему сказать? Это, естественно, внешняя составляющая. То есть расширение, опять же, от Liberty Walk. Те же самые фендеры, ну, как бы на передних крыльях, задних крыльях. Ducktail, сплиттер, диффузор и так далее, и так далее. То есть здесь, ну, в принципе, от обычной Ferrari 488 разница только в дисках. Диски, кстати, кастомные вроде как. В тюнинге я их не помню. Владелец сам поставил, получается, надпись на колеса. Их вроде как нет. Стоки выглядят Ferrari, когда ты выбиваешь красное, и диски, естественно, черные. Ну, красный в смысле цвет кузова. А так, заведомо я затестил, и, ну, разницы по хендлингу я не заметил. И даже тесты эти вставлять не буду в видео, потому что, ну, смысла от этого нет. Хендлинг, максималка, управление, торможение от максимальной скорости и так далее, и так далее. Ну, типа, то же самое. Я разницы не заметил. Может быть, погрешность только на самовнушение и так далее. Ну, как бы, расширение, новая тачка и так далее, и так далее. На самом деле, ну, хендлинг вообще, ну, не поменялся. Максималка, если не поменялась, то и вряд ли какая-то рулежка поменялась, так далее, и так далее. В салоне автомобиль тоже, ну, как бы никак, в принципе, и не меняли. Хотя, кстати, про выхлопные трубы, что хотел сказать. У нас здесь две трубы выхлопные на, получается, Liberty Walk, который я в интернете нашел. Там выхлопные трубы совсем другие. Сейчас, ну, как бы, фоточку я прикладываю на экран. Ну, я не знаю, почему это на провинке не сделали. Возможно, здесь играет то, что это как комплектация делается, как та же самая Vesta, которая у нас в салоне продается как обычная Vesta и Vesta Sport. Возможно, из-за того, что это как комплектация, и сделать, ну, как бы поменять нельзя выхлопную систему, хотя это, в принципе, как деталь модельки, и я думаю, это можно было реализовать. Кстати, еще как вариант, возможно, я нашел в интернете именно Liberty Walk с кастомной выхлопной системой, тоже как вариант. Я не знаю, кстати, не вдавался в подробности, не читал статьи там всякие, как это должно выглядеть и так далее. Возможно, ну, как бы оригинальный, так скажем, ну, как бы это сейчас не звучало, Liberty Walk должен выглядеть именно с такой выходной системой, как и на обычной Ferrari. На самом деле, цвет, который ты сейчас у себя на экране видишь, мне изначально особо, ну, как бы не зашел, 50 на 50. И, ну, со временем, вот вчера вечером я забирал, катался, привыкал к тачке, чтобы что-то мог рассказать о ней. И, ну, нормальный цвет, на самом деле. Вкус у владельца есть. Владелец, кстати, тот же самый, ну, как бы, у которого я и брал CSL Бэху М4 в G82 кузове. Сейчас я еду, кстати, на прямую свою любимую, и сейчас покажу, насколько быстро развивает она максималку. Максималка, по-моему, 376 километров в час. И вот, все, пошел тапочка в пол просто. Так, тулим. До заправки почти доехали. Летим. Все, максималочка добита. То есть пол трассы где-то, может быть, чуть побольше. Все, максималка есть. Ну, конечно, не сравнение, но 370... Ну, все, это сейчас 1040, наверное, минимум у меня уйдет на этот ремонт. Потому что я вчера 1080-90 отдал, когда катался, привыкал к ней. Просто столб слегка ловишь на скорости 100 где-то. А, 20-ка, грубо говоря, ну, 17-500. Про столбы, ну, то есть я вчера на скорости 100, допустим, либо чуть около 100 примерно, как бы, столб ловишь, либо дерево, все, ты 20-ку, 30-ку отдаешь смело, типа. Я вчера, конечно, нормально отсыпал на ремонт этой Ferrari на валюты. В машину, на самом деле, я влюбился, ну, как бы, подзакинуть ее можно, но, смотри, если ее, как бы, закинет на текстуре, ну, либо просто затяжной поворот заходишь, у тебя, короче, жопу начинает сносить, как-то на кабане, на Е60, в особенности, кто на Е60 ездил. Если сносит, это все, кобзда, пиши пропало, и даже если у тебя опыт в несколько лет на одной и той же модели, да, катался, да, ты ее знаешь, так далее, то не факт, что ты ее поймаешь. Ну, это очень маловероятно. Поэтому как-то так. Ну, в принципе, я иногда ее подлавливаю, и это даже прикольное ощущение, потому что ты такую неуправляемую тачку ловишь. Хотя на скорости она рулится неплохо и разгоняется на фулл скорости неплохо тоже. Она, кстати, на фулл скорости BSS, то есть 3 стейджа, это максималка.
то, что на нее можно, в принципе, поставить. В принципе, вывод какой? Если покупать ее, то покупать чисто из-за внешки, потому что она в салоне не продается, хоть какую-то эксклюзивность имеет. Ну, то есть, я не знаю, если бабки некуда вхинуть, понял, да? Вот. И, ну, как бы тоже, как-то это прикольное ощущение, когда ты катаешься на редкой тачке, ну, какие-то игроки там, какое-то, я не знаю, ощущение испытываешь именно на реакции людей, потому что та же самая Alfa Romeo, CTSV сейчас уже как бы тоже, ну, реакции никакой не привносит. Даже M6 Hammond, мне кажется, никакой реакции не принесет. А когда новые тачки добавляют, это мое почтение. Кстати, мою E31 Бэху, когда я летом купил, ну, как бы тоже хотели многие купить, но я не продавал, потому что я люблю этот кузов. И она, кстати, у меня на full скорости едет 350 с лишним километров в час, и это довольно-таки неплохо, но, конечно, не за пол трассы вот этой прямой, которая фер набирает, а намного позже. Но, в принципе, тоже считаю неплохо для такой старушки, как E31 кузов. Стоимости, ну, хер его знает, кстати, потому что CSL ее за 100 плюс продает, потому что на нее как бы и тратили много, на самом деле, там шансы, не шансы, перебивки и так далее, именно за открытие конта, и 17, и 19, слышал, ставили на четвертом серваке, а та же самая фера, я думаю, ну, до 70 где-то будет стоить, учитывая то, что у нее 15-615, вроде ГОСК, как у стока, не выше 70, и вряд ли выше сотки будет стоить, хотя, опять же, на каждом серваке разные ценники из-за того, что, ну, как бы разное количество выбито, чем меньше выбито, естественно, тем и выше цены, и так далее, то есть много факторов. А на этом, родной, все, спасибо за твой просмотр, ставь лайк, пиши комментарий и подписывайся на канал. А также напомню, если ты на проекте МТА Провинция еще не играешь, все ссылочки я оставлю в описании и закрепленном комментарии. А также вводи мой промокод Кашалот и получай скидочку на первую квартиру, либо автомобиль по достижению 3-го уровня. Тебе удачи! И пока. Если закурю, то потужу, об твое сердце дал адный отравлю. Спонсор твоих проблем, я. Мой вклад, твой стресс, топовый инвестор. Попробуй найти замену. Прикол, дни тут, если ожидай, я камбэк. И смотреть твой контент.